Всем привет, ребята! С вами я, Лиза Шумина, и сегодня у меня бывший сосед с миром Гумировым в белом колодце. Сейчас вы сами все увидите. Шагай сюда вперед. Ты слишком туда глубоко зашла. Нет, тебе не надо вдоль стены. От стены оторвись. Я тебя специально от стены отрываю. Да? Не трогай Дельцо, у тебя руки белые. Я Может быть, да. Может быть, да. Шаг сюда, вот ближе к цветочкам перейди, да, на два шага. Давай. Сесть. Ты можешь не садиться, просто стоять, а потому что там у тебя фон получается крутой. Еще полшага туда. Так, руки все грязные. Ну, умное лицо делаешь, дай. Угу. Да? Вот это твое. Ты это аккуратно. Ой, ты не туда смотришь. Давай сюда, вышагивай сюда. Ползи, сейчас портреты тебе сделаем. Парадокс. Вот потрогай, она холодная. Да. Потому что она белая. Она белая. Ты что думаешь, машины? Я думаю, так классно. Ты куда побежала-то? Я думаю, ты просто туда. Давай, выходи на границу солнца, на границу света и тени. Тебе надо зайти в тенек, но на самую границу. Амир, ты офигенно красиво смотришься. Ну, конечно. Лиза, тенек. Еще чуть-чуть заходи. Если ты видишь солнце, значит, ты стоишь неправильно. Угу. Да. Не поползай на солнце. Видишь глазом солнце? Да. 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 Так, пару кадров и молодец. Ну да, пятерка, портрет. Кто раз, ты уже что, лицо все в этом, да? Кто раз, у кого чистые Лиза, руки? Лиза, ты куда опять? Подожди. Тебе надо тенек найти. Иди сюда. Тенек зайди. Ты можешь внизу даже зайти. Смотри, тебе уже не важно, какой тенек. Лиза, тебе не обязательно лазить высоко. Теперь вот туда его. Дальше! Нет, я тебе наоборот пытаюсь полегче придумать что-нибудь. Давай. Разгоняйся. Вот, все, стой. Обнимись вот с этой. Не надо, нет, не трогай ничего. Сюда посмотри. Не переигрывай. Просто посмотри сюда, такая сурово, да. Молодец, стой. Не надо хмуриться. Я понимаю. Постарайся. Нет, не надо сверху вниз. Да? Смотри, прикольно. Покажи. Вот это классно, с меловой рукой, да. С такой.
Так что давайте тебе не жалко вот так вот сделать. Можно, давай, да, вообще мы делаем. Все. Кстати. Да. Вот так, слышишь, это руки вообще вот так сделали. Не, нет, руки не надо к лицу. Нет, просто, знаешь... Нет, не трогай руками лицо. Убери руки. Держи сюда. Сюда-сюда. Сюда посмотри вообще, просто сюда посмотри. Не надо через искоса смотреть, прямо посмотри. На меня. Ну ты что ты тут так боком? Все на меня, посмотри. Можешь дышать. Не смотри на меня сверху вниз. Ладно, все. Уже. Ярко просто. Все, ладно, отползай. Все, отползай, молодец. Итак, ребят, как видите, я уже вернулась домой, уже вон заливалась, солнышко заходит. В принципе, мне все понравилось, все было круто, но было также достаточно жарко. А сейчас я расскажу вам одну вещь. Но перед этим я вам покажу, в чем я была одета. Я была одета в таких вот желтых кроссовочках от Puma, такие вот крутецкие. И вот такая вот хоппио у ДНК. Это типа туники, рубашки. Вот сзади написано хэппи, а сама тут такая зелененькая. В принципе, прикольно, мне она нравится, мне удобно и все такое. Но самое такое экстремальное, можно сказать. В Белом колодце есть скалы. Я еще не залезла, меня Амир пофотографировал там, типа, чтобы были красивые фотки и все такое. Я залезла, как будто я уж бесстрашная, я даже не думала, что там внизу может быть пропасть или что-то такого. И когда я вернулась назад, я увидела, что там огромная пропасть, которая идет вниз к речке. Какой запасной обувь? Камнепад! Нет, да, не подползай. Всем привет, с вами Амир Гумеров, и сегодня у нас фотосессия в скалах. С Лизой Шубиной. Лиза сейчас идет в безопасное место. А мы стоим, вот смотрите, где вообще. Лиза, стой! Так. Надо и верить, девочки. Подожди, каждый за себя боится. Подожди, меня не сшибай. Так, пошли. Кстати, она хорошая, классная. Конечно, заболел. Так. Лови меня! Хорошо, вообще на это не отвлекайся. Амир, вот тут надо. На это вообще не отвлекайся. Лиза, давай тогда, может быть, там правда. А ты уверена? Да, вот так. Именно к середине речки, когда там уже глубина, знаете, я просто оборачивалась, и я почти просто упала в эту пропасть. Поздоровайтесь. Вот, ну, типа... Я постаралась залезть, по крайней мере, потом, правда, меня спускала, помогала мама. Амир, как бы, я сама еле, если бы я сама спустилась, я бы просто покатилась бы кубарем вниз, не во врыв, а просто вниз. Смотри, об камни вот так вот, оп, и вот так вот идешь. Да там лежа. Нет, Лиза, ты не едь ногами, ты сейчас руки все, вот так, да, бочком. Переступай, не бочком. Едь. Нет, не вариант. Бочком. Ты меня слышишь вообще нет? Переступаешь, не едешь. Да. Можешь. Я-то что думал, спускайся. Вот. Ну, типа, это было очень стрёмно, когда я посмотрела вниз, там идет этот обрыв, там еще деревья стоят, как бы это типа лес, что там был маленький, вот. И я вот такая стою сверху на это все смотрю, такая, круто. Вот, ну так мне, в принципе, все понравилось. Правда, конечно же, было жарко. Ну, мы с этим справились. Все было круто. Вот. А так, в принципе, у меня на этом все. Так что оставляйте лайки, подписочку, колокольчик.
А также напишите в комментариях, смогли бы ли вы собраться на такую скалу и, допустим, сфотографировать или взять какое-нибудь видео, где идет вниз пропасть. Это не все, поэтому всем пока! Лиза, держись! Ё-моё! Не залезет туда. Где-то вот здесь. Подожди. Я хочу его повесить. Положь просто его на... Положь его просто на пол. Он упадет. Он упадет, все равно сейчас ветер...